Лар. Я видос снимаю, да. Говорил про нас что-то? Я видео снимаю, да. Для своего канала, который теперь смотрит и папа. И мама тоже теперь в курсе, да? Курс, В курсе? Это конец. Какой конец? Начало конца. Почему это начало конца? Прокомментируй маму сразу. Конца начала. Ты имеешь что-то против, что я снимаю видео для YouTube? Нет? Не имеешь? Делом надо заниматься. Так делом я тоже занимаюсь. Куда мы? Все задают. Все, здесь снесли к чертям кафе, где была у нас свадьба с Валерой. Там вот сзади. А, это вот это крылечко, да? Крылечко вон там. В общем, все. Нас заводят в магазин обувочки. Сейчас посмотрим. В общем, мы сидим в магазине обуви, мама меряет туфелечки. Вот мы с Ларой выжидаем, когда все это прекратится. И снимаем ее больше. И ждем, когда папа придет. Да, сейчас я буду, кстати, папу снимать. Я сразу передаю привет. Он смотрит мой канал. Так что, папа, вот ты это увидишь. Привет. И я тебя маленечко тоже сейчас пропиарю, тут сниму. Сейчас мы будем снимать его. Валер тут что-то пишет. Лара, как ты можешь прокомментировать данную ситуацию? Скажи что-нибудь. Что-нибудь скажешь? Ладно, ничего не хочет говорить. Сейчас пойдем где-нибудь присядем. Ты что, хочешь суши? И мороженое. Мороженое. Хочу. Лара хочет мороженое. И суши. Я говорю так тихо, потому что чтобы меня тут это не пришибли. Наверное, нельзя в общественных местах, в магазинах там снимать. Я нарушу. Что? Ну скажи давай, как ты докатилась до жизни такой. Мам. Лара, только все равно там ничего плохого не было сказано, ничего такого. Валера, не слушай ее, не слушай ее. Она у тебя чита птица, а та с твоей. Шикламов ее почаще отвешивает. Молчаливый парниша, да-да-да, все. Все слышишь. Молчаливый, ну а что я делаю с Валером, молчаливый пацан? Валер пишет, что вы ему чекенбургеры хватили, кстати. Вон, надо шмарики прям сделать. Из пуна возили. А вон стоит земснаряд. Прям, я правильно, в этом загоне. Да, в этом загоне. Вон рикет, весь стоит. Прогулочка с семьей называется. Да. Лар, что недовольная какая? А? А пиццу-то не хочешь уже, что ли? Я не хотела. Вроде не хотела пиццу. Цезарь, пиццу. Пицца Цезарь самый крутой автоток, кстати, да. Буду снимать на видос. Здесь все о русской древней свадьбе. Смотри, какие костюмчики. Вот Ларри Гарриджа. А вот это третья ночнушка как будто. Третья ночнушка. Как у бабушки. Третья как будто ночнушка, как у бабушки. Вот она, свадебка.
Вот смотри, написано Мария Александровна Буфильев. Что-то там угородь. И другому 24 года. Угородь в 3 часа. Там. 24 года. 24 года. И тут здесь что-то брать? А кто тут хочет жениться? Сунинка не знал, что он попадет, наверное, в музей. Нет, такого у меня нет. Ну, такие марлечки я видела у бабушки, кстати. Потом в деревне жили. О, штанишки, да. Штанишки, что надо, вот. Я такие себе заимела. В общем, сегодня 30... Какой у нас? 30 апреля? Сегодня, по-моему, последний день апреля. Или 31 есть. По-моему, завтра уже 1 мая. Все, лето практически началось. Мы с родителями тут по центру пошарахались, с Ларой. Вышел такой какой-то, как сказать, семейный денек. Очень странно, такого не было давно. Вот, и я сейчас решила снять заключение влога. Он какой-то получился, правда, непонятный там. Ну, что она снимала, то и есть, в общем. Поэтому я прощаюсь. Может быть, что-нибудь сниму завтра. Если мы поедем в деревню, то я сниму видео, как мы там вскапываем какую-нибудь гряду или поливаем там, или еще что-нибудь такое. Все, всем пока.